Друзья, мир вам! Хотел бы поделиться сегодня словом, это Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. И Писание призывает нас относиться ко времени осторожно, никак не разумные. И 16 стих говорит: дорожа временем, потому что дни лукавы. Я на 100% вижу это в своей жизни и в жизнях других людей, что есть те вещи, которыми люди не дорожат, и, соответственно, тогда они не могут вынести из этого ничего хорошего, будь то это семья, работа, какие-то другие моменты. Я вижу, что один из важнейших принципов для того, чтобы время, один из важнейших ресурсов, которые Бог дал нам, не было потрачено попусту, это дорожить им и быть внимательным к тому, на что мы его тратим, с кем мы его проводим. Поэтому Господь да благословит вас, помните об этом и цените то, что Бог даровал каждому из нас. Благословений, любви вам и мира Божьего. Аминь.